Пронт. О, красава. Снимаем наушнички. Че, поделишься впечатлениями от первого выстрела? Мне нет слов. Но ты жива. Да. Это уже хорошо. Итак, первый вопрос. Где нашли Гитлера после разгрома Германии? Я не знаю. Ну, он прятался. Где прятался, не знаю. Где-то под землей. Под землей обычно что находится? Землянка, погреб. Еще варианты? Бункер. Вот, бункер. Отлично. Правильный ответ. Давай второй выстрел. Стасия, скажи, пожалуйста, применялась ли авиация в войне с Наполеоном? Нет. Верно. Следующий выстрел. Кто подписал пакт Молотова-Риббентропа? Ой, это я точно не скажу. Нет. А если небольшую подсказочку такую дам, ответ кроется в вопросе. Кто подписал пакт Молотова-Риббентропа? Риббентроп и Молотов. Отлично. Итак, вопрос номер 4. Сколько лет длилась Вторая мировая война? Так, сейчас Великая Отечественная, Вторая мировая. Так, Вторая мировая с 39 по 45. Итого сколько лет? 6. Отлично, следующий выстрел. Ну что-то у нас уже отстрелялось. Как впечатление после 5 выстрелов? Отлично. Да. Зря боялась. Даже в десяточку попал. Даже в десяточку попал. Да. А сколько было стресса. А теперь остался последний вопрос. Скажи нам, пожалуйста, для чего нужна воздушная тревога? Ну, чтобы... Ну, людям как бы сообщить о приближающейся, ну, я не знаю, какой-то там экстремальной ситуации, там, эвакуации из города, там еще чего. А преимущественно в связи с чем? С войной. И обстрелом с... Неба. Да, все. Спасибо тебе большое. Угу, можешь сказать спасибо. Пару слов нашим зрителям? Нет, я в шоке.